Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Андрей228. И сегодня мы будем снимать новенькое видео. Видео называется там то, что по названию вы узнаете. Даже Стив, как сказать, Андрей228 хочет с вами поздороваться. Я, здороваемся. Такие вот анимации. Ребят, сегодня мы договаривались с жителями, что то, что мы сегодня вечером пойдем с ними, вот, ну, как вы знаете, сейчас, короче, ребят, я переключу. Мы с ними договаривались, что пойдем мы сегодня в наш домик, где всегда, ну, короче, ребят, домик, где, смотрите, вот тот домик. Там можно тайны всякие рассказывать, страшилки, ну и все такое, так далее. Вот, ребят, второе, дальше. У меня апгрейдик книжной полочки. Картины такие классные, но больше всего мне нравится вот эта картина. Ребят, я не знаю, прошло, не прошло. Жители, наверное, уже там сидят. Да, они сидят, нет. Да, они сидят, ребят. Вот, ребят, как зайду туда, я включу камеру. Всем привет, жители. Привет, Андрей228. Сейчас, жители, я поговорю с чуть-чуть с вами подписчиками. Так, ребят, наступил у нас вечер. И вот костер, свечи зажигли, все нормально. Жители, давайте расскажем какие-то страшилки. Да, отличная идея, Андрей228. Только мы первые. Ладно, хорошо. В одном. В черном доме был стоял очень большой шкаф, тоже очень черный. Ну, дальше, жители, продолжайте. В этом шкафе был такой черный халат. Ну, нифига себе, жители, вы мудрите. В этом халат ночью двигался. И вот пока мальчик спал, этот халат, он просто ходил по всей квартире. И в один раз мальчик хотел не спать. И его халат затащил в шкаф. Ладно, жители. Страшка был... Эта страшилка была страшная, ребят. Но моя страшилка будет намного страшнее. Я вам уверяю. Смотрите. Неподалеку. В нашем мире... Есть тайны, то, что есть красный крест, по-моему. Да, красный крест. И кто туда пойдет в 3 часа ночи, тот больше никогда больше на свете не вернется. Чё, правда? Да, жители, это правда. Андрей228, а давай туда сходим? Да, давайте туда сходим. А вы уверены, то, что мы хотим туда идти? Даже вон, жителю жарко, холодно стало, но он опять пошел на сидушку свою. Даже ему как-то уже страшно стало. Да, мне очень, на самом деле, стало страшно. Я уже устал. Я боюсь страшилок всяких, если что. Да, вот такой есть черный крест. И там должно неподалеку какой-то быть дом. Дом будет заброшенным. Но кто туда пойдет и переночует ночь, кто больше, тоже уже никто не вернется. Правда? Андрей228, это правда? Там есть красный крест. А давайте завтра пойдем и посмотрим, что это за красный крест. Жители, но сразу вам говорю, ну, конечно, можем, сразу вам говорю, то, что этот красный крест забирает только жители, а игроков он не забирает. Все, давайте пойдем обратно, я уже хочу домой. Ребят, давайте уже по домам потушим костер. А как его тушить тут? Так, ребят, сломаем торговлю. Я не хочу торговаться, житель. Ладно, ребят, оставим тут все как было. А,
Ой-ой-ой, нас заперли, жители. В смысле нас заперли? Ты хочешь сказать, что Красный Крест уже пошел по мистике? Наверное, уже да, началась мистика. Как нам открыться, ребят? Блин, ну осталось только одно. Выламывать доски. Ух, темно там. Темно за... Темно-то как? Рычаг делает. А у меня нет досок, то есть мне не выпадают доски? Что? То есть смотрите. Мне доски не выпадают. Ладно, ребят, пошлите спать. И завтра отправимся. Да, давайте уже в дом. Завтра, ребят, отправимся в наше путешествие к Красному Кресту. Да, ребят, все, мы уже проснулись. Пойдемте звать жителей всех и пойдемте отправляться к Красному Кресту. Так, давайте жители... А где? Нет! Ой! Теперь еще 5 минут ждать, пока они возродятся тут. Жители, сами вы знаете, ребят, мы тогда пойдемте отправляться в Красный Крест. Пойдемте. Короче, ребят, я иду уже тут долго. Я заблудился, я жителям дал карту, а сам-то я не нашел-то это место. Я думаю, ну, дам жителям карту, а сам найду место, ребяточки. А место уже-то есть. Ух ты, пух ты, это самый красный. И что-то написано. Зря здесь кто-то покоится. Зря ты сюда пришел, ребята. Мне это не нравится. В доме есть... Ой-ой-ой, жители, блин, простите. Все места заняли, конечно. Короче, ребят, у нас с жителями все тут начали спать, а я думаю, я не хочу спать, потому что в такой атмосфере мне по самому себе не нравится, мне тут ничего, ну вообще, ладно, ребят, они даже со мной разговаривать не захотели. Погнали спатеньки. Короче, ребят, решил я отойти. Ну, мне чуть-чуть надо проговаривать. Мне вообще не по себе. Может, валить, я не знаю. Но это очень страшно. Возле этого креста быть. Я вам говорю, мне очень страшно. Я сейчас говорю правду. То есть, ребят, ладно, не будем кидать всех там жителей. Пойдемте, мне очень страшно. Очень страшно. А где моя кровать? А где же тот коврик? Надо посмотреть. Бежим, ребят, бежим. Там кто-то. Ребят, чтобы я еще раз, ребят, пошел в эту крест этот. Ребят, я не могу, я запинаюсь. Мне, ребят, очень страшно. Всем пока, с вами я был Андрей228. Всем пока.